Всем привет, всем ассаламу алейкум. Мое утро сегодня начинается. Сладкий пельмешек. Я вчера готовила пельмени с творогом. Они были очень вкусные. И я люблю на следующий день, когда я их нагреваю, жарю вот прям до такой красной корочки. И кушаю себе на завтрак. Было очень вкусный чай и айвовое варенье. Такой у меня сегодня будет завтрак. После завтрака я сразу взяла курочку, замариновала ее хорошенько. Сейчас буду его мариновать. Убираю лишние... там кожицу, жир, который мы не едим, режу, вот чишу внутри, я не люблю вот это вот оставлять, я его всегда умываю, убираю, сейчас промою там, и уже буду мариновать, чтобы у меня курица была полностью чистая. День у нас такой солнечный, красивый, теплый, дети вот в футболке, в шортиках дома ходят, из-за того, что очень тепло. Значит, что у меня здесь паприка, черный перец, куркума, соль, приправы всякие для мяса. И все, да, соль, и все. Вот мариную хорошенько оставлю, чтобы оно немножко пропиталось. Сейчас еще сделаю такие надрезы ножом, чтобы внутрь тоже впадался весь этот смак вкусный, чтобы было очень вкусно и приятно. Больше ничего другого я не добавляю, оставляю в сторонку и начинаю дальше делать свои дела. После чего у меня вот курица хорошенько замариновалась. Полью его оливковым маслом. Масло у меня оливковое такое, очень вкусное. И отправлю в духовку на 150-200 градусов. И запеку ей, чтобы корочка, вот такая у меня получилась курочка сверху. Сейчас я его переверну и тоже поставлю в духовку. Смотрите, курица у меня напеклась, прям такая яркая, красивая, прям супер просто. Не курица, а чудо какое-то. Накрыли себе такой небольшой стол. И будем обедать. На обед. После обеда я хочу приготовить рулет. Смотрите, у мамы такие яйца зеленые носит курица. Значит, у меня здесь 5 яиц, стакан муки, стакан сахара. Яйца с сахаром взбиваем до белых пиков. У меня здесь миксера у мамы не было, я взбила венчиком. Добавляем муку, и я добавила немножко молотый орех. Буду готовить рулет. Рулет я очень часто готовила. У меня на канале есть рецепт, как я готовлю рулет. Он получается очень вкусный и очень быстрый. И запекается он 15 минут. Все, и рулет я поставила запекаться и мою посуду. После обеда я сразу, когда у меня духовка была еще более нагрета, я быстро поставила рулет. Дети очень сильно хотели к чаю. Сейчас быстро помою посуду и занимаюсь такими простыми делами по дому. Решила убрать здесь, поставить ложки. Нормально, ладно, все поставить. То, когда их часто берешь, там они как бы мешаются, перемешиваются. Там бардак, хочешь, не хочешь, он становится. Вот. Решила просто здесь протереть, почистить, аккуратно все разложить. Обычные домашние дела, уборки, которые не заканчиваются. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Вот сейчас буду пить чай. Вот такой вот у меня красивый рулетик получился. Смотрите, какой он вовнутрь. Я добавила малиновое, нет, клубничное варенье и завернула его. Очень стал вкусным, с орешками, с вареньем. Очень такой вкусный, приятный рулетик. Вот, готовьте его, он очень хороший. У меня на канале рецепт есть где-то в каком-то видео. Он очень-очень легкий, очень удобный и очень даже вкусный. Детки его, конечно же, оценят. После чего вот я опять же приступаю к своей уборке, чтобы доделать. Уже у нас вечер, если честно, сегодня ничего толком и не снимала. Вроде бы делала много чего, но
вот, взять камеру в руки и снимать. Как-то, знаете, хотелось все быстро сделать, было очень много дел, и во дворе что-то делали, и дома что-то делали, и постоянно камеру как-то забывала. Вот, домываю посуду, то, что вот где курицу готовила, где рулет готовила, все вот домою, помою и буду убираться на кухне, наверное. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Вот была такая вечерняя мотивация уборки на кухне. На кухне все чисто, все уютно, приятно. Всем спасибо, всем ассаламу алейкум.